Добрый день, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на своем канале «Светлана обо всем». Сегодня я получила очередную долгожданную посылку из китайского магазина «Нючик». Как вы поняли, это посылка с постельным бельем. Посылки с этого магазина мне приходят очень быстро. Первую я получила через 7 дней, а эту получила через 10. Упакована она вот такой мягкий полиэтиленовый пакет, и внутри просто постельное белье в прозрачном пакете. В этом магазине есть размеры одного и того же белья на любую кровать. Это полуторные, двуспалка и на евростандарт. Или можно сказать по-другому, на кровати шириной 1,20 м, 1,50 м и 1,80 м. Так что при заказе всего лишь навсего надо измерить ширину своей кровати, и вы узнаете, какого размера постель вам надо брать. Так как у меня кровать широкая, естественно, я заказала постель на кровать шириной 1,80 м. Постельное белье я выбрала с хлопка. И сейчас посмотрим, действительно ли это постель из хлопка. Цвет белья меня порадовал, он намного ярче, чем на рисунке. На рисунке бледно-розовый, а на самом деле он такой темно-розовый и в сочетании с серым очень красиво смотрится. Ну давайте же уже посмотрим, что же это за белье. На ощупь приятно и ощущается, что это хлопок без различных добавок. Сама больше я волновалась, чтобы это был хлопок, потому что часто написано 100% хлопок, а приходит какое-то стеклянное белье. По плотности ткани оно не слишком толстое и не тонкое, оно просто нормальное. Наволочки в этом комплекте отличаются цветом, они светло-розовые, прямоугольной формы. Подушка заправляется в кармашек. Пододеяльник и простынь одного цвета, никаких посторонних неприятных запахов нет. Швы прострочены довольно качественно и ровно, что, конечно, радует. На нижней стороне пододеяльника у ног имеется змейка для заправки одеяла. Змейка довольно длинная, так что заправлять одеяло очень удобно. Многие жалуются, что китайские постели линяют. Сейчас я ее постираю и посмотрим, что с ней произойдет и как эта постель будет смотреться на кровати. Примерно вот так выглядит моя постель в заправленном виде. Очень нежная и приятная расцветка. Наволочки отлично подошли к моим подушкам. И мне понравился этот обстроченный край вокруг наволочки. Получается своеобразная кайма, которая очень украшает подушку. Мое белье при стирке в 60 градусах совершенно не изменилось. Оно совершенно не полиняло, по крайней мере визуально. На ощупь очень приятное и стало чуть-чуть мягче. В такой постели, конечно, будет очень комфортно и приятно спать. В магазине «Нючик» имеются постели еще с различными другими тканями – шелка, сатина, с полиэфирных волокон, а также зимние варианты с добавкой микрофибры. Эти постели очень мягкие, нежные и имеют свойство сохранять тепло. Заказом я довольна и закажу себе еще одну постель какого-нибудь темного цвета. Ссылка на магазин и на постельное белье будет внизу под видео. Всем до свидания. Кому информация моя была интересна, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем хорошего настроения.